Осень у меня ассоциируется с обновлением. Листики все деревья сбрасывают. И также мы можем выбросить все свои старые ненужные вещи, которые мы давно с вами не носим. Вот они у нас хранятся в гардеробе. Зачем? Для чего? Выбрасываем, не жалеем. Приобретаем новую коллекцию. Тем более цены на телеканале Shop & Show позволяют это сделать. Правильно, Настя? Абсолютно с тобой согласна. Цены – это подарок. Но ты знаешь, когда цена на такую классическую, люксовую, элитную модель действительно со скидкой, это просто волшебно. Это действительно нужно брать и звонить. Почему? Я объясню. Вот эти шикарные брюки на самом деле шагнули к нам с подиумов. То есть вы должны понимать, что мировые дома моды, я сейчас разверну, здесь есть все, что представлено сейчас на подиумах. В этих брюках вы можете напрямую сесть в самолет и отправиться в Лондон и сойдете там за своего. Потому что это новые тенденции. Ты знаешь, это вообще король брюк, вот на самом деле, тем более, что это компания Пала, это эксклюзивный представитель, который делает лучшие лекала на наши российские фигуры. Знаешь, Наденька, многие телезрители уже давно знакомы с компанией Пала, и многие телезрительницы звонят нам и говорят, слушайте, мы теперь кроме Пала ничего не приобретаем, потому что компания Пала создает идеальные лекала, которые прекрасно адаптируются под любую российскую фигуру. Надя, я хотела тебе сказать, я всегда мечтала о таких штанишках, они мне очень нравятся. Но так, с моими ножками, с моей фигурой, я знаю, что, Оль, это не для меня. С твоей фигурой все хорошо. На самом деле, Оля говорит вот о чем. У нее узкие бедра. Оль, да? Тебе эти брюки нужно брать размер в размер. Так. Если у тебя узкие бедра, если у тебя больше объем, объем расположен сверху, то есть пышная грудь, но узкие бедра, ты берешь размер-размер. Если я буду брать эти брюки, то у меня грудь меньше, а бедра шире. Значит, я возьму на размер больше, потому что эти брюки из костюмной ткани, внимание, она подтягивается, но умеренно, поэтому если не уверены, если хотите, чтобы брюки сидели идеально, бери на один размер больше. Если у вас узкие бедра, как у нашей Оленьки, вы смело можете позволить себе взять размер-размер. Вот такая простая арифметика. Итак, 2690 рублей. Еще более простая арифметика на нашем телеканале Shop & Show. Это наши цены, цены премьеры. Легко посчитать и скидку. 300 рублей экономии. Вы экономите 300 рублей на этих шикарных лондонских брючках. Посмотрите, как они элегантно смотрятся. Представьте себя в этих брючках. Куда вы в них пойдете? Ну, если сложно представить, как они смотрятся на фигуре, давайте посмотрим на подиум. Там уже расположилась уютненько Надежда с нашей моделью. Обращаю внимание, что я тоже в трендовом цвете. Посмотри, вот этот благородный коричневый кофе с молоком очень сочетается. У меня цвет терракот, это цвета осени. Во-первых, давайте посмотрим на силуэт. Мы видим, что это классическая посадка классических брюк. Кстати, расцветка подобрана в мелкую, в мелкий рубчик, и это еще можно назвать мелкую клетку. Посмотрите, наш пояс ярко-рыжего цвета. Он идет вместе с брюками. То есть он украшением является, не нужно ничего дополнительно приобретать. Отдельно хочу отметить листочки из замши. Посмотри, под замшу ткань. В общем, вы меня поняли. Если мы говорим об элитности, то это элитная модель. Это все равно, что сравнивать спортивные брюки и наши брюки, все равно, что сравнивать Жигули и Rolls-Royce. Ты должна понимать, что это, конечно, элитная модель, которая сошла к нам с подиумов, с мировых подиумов. Поэтому, если хотите этой осенью выглядеть элегантно и модно, выбирайте наши брюки макиято. Итак, любимые телезрители, я хотела бы вам ваше внимание обратить на размерный ряд от 42 до 52. Ну, нас смотрят разные женщины. И статус бабушки, и статус мамы. Я предлагаю вам обратить внимание на эти брючки. Возьмите для своей дочери, возьмите для своей внучки. Ведь они же хотят быть самыми модными. И цена позволяет 2690 рублей. Смело можно брать без примерки. Потому что у нас идеальные лекала садятся на любую, абсолютно любую фигуру.